Ну и все, а что? Все готово, как бы. Все сделано. Можно закрывать это. Я вообще устал это все вам показывать, все это записывать. По 1000 раз, блин, там. То бывало, что-то не записывалось, не то что-то говорил. То что-то не так, то что-то не эдак, то что-то голова болит, то что-то жрать охота, то еще чего-нибудь, ё-пресете. Я вообще упыхтелся, короче. Ну так и все нормально же, все работает. Я в натуре задолбался, но все работает. Windows, тут это все уже разлочено, да. Все эти файлики, все разлоченные, то есть, ну все нормально. Пс, вот этот вот тоже разлоченный. Прикольное название у него. Да вообще умора какая-то. Пс, это ж надо было так назвать. Че он вообще за себя представляет? Бут-бэкап какой-то. О, ну-ка, это важные какие-то файлы тут. Это для, это, наверное, реестровские что-нибудь. Восстановление реестра. Или нет? А что за бут-бэкап? Восстановление загрузки. А может быть этот BIOS, типа. Хотя как тут может быть BIOS? Фиг пойми, какое-то восстановление загрузки. Короче, это. Ну вот и называется он PS. А он есть только у меня его. А нет, он там тоже есть. Да. Или нету. Ну-ка, давайте проверим. По-моему, его там нету. Windows. ClimNeoP. Ага, нету его здесь. То есть это левота какая-то вообще. Так у меня по имени же. По имени, не по владельцу. Еще раз. Нету псы. Нету его здесь. А здесь он есть, значит, это. А при чем тут будет бэкап? Вообще фиг пойми. Ладно, пофигу вообще. Лежит и лежит, оно же там не мешается. И ладно. И короче, вот. И этот здесь есть, и все здесь есть, и это все отключено, как бы, да, ярлык как бы рабочий. Запускаешь, запускается все, вот оно работает. Как бы все тип-топ. Да, тут что хочешь, добавляешь, закрепляешь, открепляешь, закрываешь, опять открепляешь. И что хочешь, вообще делай. Вообще лафа. Наконец-то! Поздравьте меня! Ой, как я задолбался, это пипец! Просто сегодня уже 9 сентября. С 26-го эта фигня у меня здесь была. А я же вам даже не показал или показал, как я обнаружил, с какого времени она у меня. Знаете как? Я вам сейчас покажу, здесь есть вот. Ладно, я вам так прям покажу. Прям в администрирование, короче, заходите, здесь есть планировщик заданий, вот быстренько туда зашли у себя тоже, смотрите, здесь библиотеки, здесь Microsoft, здесь Windows есть, и здесь целая толпа всякой хероты, и есть папка PMS, ёпрсете, нажимаем на нее, а здесь-то hale.exe, бабах. Вы прикиньте, оно прямо в Windows. На том Windows у меня нету этой штуки. Ну реально. А тут она есть, вот написано с 26 августа она здесь. Вы представляете, вообще нет. 2020 года. Это обалдеть просто. И вот так вот и повторять задачу каждые 3 минуты. Три минуты, алло, это вообще ахтунг какой-то, это чё за вирусня такая долбанутая. И вот она, короче, и это системная еще главное, да. Вообще оборзевшая какая-то штука, и у нее еще вот Resi DTL есть. А у нее просто, короче, команда del, да, типа удалить вот этот файл. Ну, что-то исчезло. Вот, cwlog.dtl. В папке System32, да, с ключами, там, F, Q, типа, по-тихому удалить, да, типа, чтобы не всплывало даже это вот, вот этого, чтобы даже не появлялось вообще, то есть он такой наглый тут вообще, типа, это,
Типа, это что такое вообще? Что за ResiDTL? Что за PMS? А ну-ка, Microsoft Windows, объясняйся теперь. Я столько времени потратил на то, чтобы это все нормально восстановить. Там каким-то икаклсом, блин, нафигачил, мне права все везде попортил. И я столько дней парился, ты мне бабла должен, это точно, слышишь? Это как так? Это откуда вообще оно у меня взялось-то? Прямо в папке Windows здесь, это если в натуре вирусня сюда пролезла, то как она сюда пролезла? Оно отвечает за защиту за свою. Ты типа говоришь, что везде защита, там это все ништяк. Там этот самый Trusted Installer везде за всем следит. А вот нихера он не следит. Бахи ПМСина какая-то тут. Че это, твоя ПМСина или чья? Че она мне натворила делов тут? Это нифига себе. Это чё, я вообще злой, ёпрасоте. Видали, да? Каждые 3 минуты, это каждые 15 минут удаляет лог. То есть в течение 15 минут он там типа накапливается, а потом удаляется. И чё, и нафига он там накапливается? Хотя у неё написано no log. No log, да, типа делать, но без лога. Ты непонятная какая-то, вообще херота, неясно. Чего-то, чье это вообще? Windows-овское, не Windows-овское? Если не Windows-овское, то как оно сюда-то попало? Windows-то вообще? Ну, Microsoft, чё за фигня вообще? Вот такие приключения, короче, были у меня здесь на компьютере. Я их выключил, конечно, эти две задачи, нафиг они нужны. Но оно там лежит, просто чтобы вам показать, да. А где они находятся вообще? Так это в папке Windows System 32 Tasks. Windows System 32. Где-то System 32-то. Вот он. И здесь есть Tasks. Preset Tasks. И вот он. Tasks. Да, вот так вот называется. Заходим сюда. Здесь есть Microsoft. Windows. Вот они все здесь. И вот он PMS вот этот вот лежит. Вот он. Вот задача, и вот задача. Ну. А что здесь, кстати, написано? Ну-ка, посмотрим подробно. Даже дата созвод, видите, да. Дата изменения еще. А, ну это я его запретил, и там что-то еще смотрел у него. И пытался там что-то поковырять его. Просто я его нашел, только думал, что это за херь. И что-то там ковырял, наверное, и что-то изменил в нем. Вот как бы, вот что у него есть. 4 килобайта всего-навсего. Но сколько нервов-то потрачено, да? Сколько времени-то потрачено? Какие-то 4 килобайта, блин. Да, попортили они вообще мне тут. Да, я думал, он виноват. А прикол, да, просто вот эта вот штука тут-то, короче, лежала, да. И, короче, крошилось, типа, вот он виноват, а вот не он виноват, а вот он, походу, виноват. Или вообще вот он прямо. Ну, это чё, кто виноват-то? Чё, ПМС она виновата, что ли? Это вообще непонятно. Да, в кого шишки-то кидать? В кого кидать шишки-то? Вообще непонятно. Кого затуманить? Ну, в натуре. Чё за беда? Кто-то же виноват в этом. Вот. Ну, всё вроде. Всё рассказал. Хей, чао, какао, наверное. Победный танец. О, сменилась картинка. Да. Победный танец я вам уже танцевал. Он, правда, получился какой-то немножко это напряжный, там, я не знаю, какой-то не от души. Я думаю, может вам еще один станцевать? Как вы думаете? Я могу еще станцевать. Кого-то не знаю, надо ли. Но я же победил. Я же победитель. Ёпрасоте, я же победитель. Все ништяк, как бы, да. Все работает. Все нормально работает. Про Trusted Installer я еще искал. Там что, как у него. Ну, по итогу там тоже надо качать какую-то прогу. Я еще подумал про него, знаете что?
Тут люди про него писали, что, мол, типа, он вообще негодник какой-то, гад вообще, гад, он прям разрешение, вот раз инсталлер, гад, он тоже просит что-то. Удаление Explorer 9 тоже просит разрешение, раз инсталлер, гад. Здесь ругань вообще толпа народу пришла, и его, короче, всяко обкакали. Ну, он тоже в натуре такой нехороший, этот Rust Installer, это вообще беда. А у меня там права-то послетали, да, и Rust Installer тоже права-то потерял. И у меня по итогу, знаете, что получилось, и у меня место высвободилось. Как так, я вообще не понял. Походу от него зависит то, какие файлы будут сохраняться, копироваться. Там это резервные всякие копии. Ой, ёпрессете, этот Windows такой выдумщик тоже. Насоздавал там этих всяких копий. И в этот Windows, и кто он там? Windows XS, этот, как он там называется-то, но... Напихивать может вообще целую гору. У меня уже, видали, там, о, 5 всего. 5 гигабайт, но все равно. А было тут больше, 8, наверное, или 12, я уж не помню. Но он, короче, почистился. Да, это вот походу от того, что я это права, то есть не я, а вирусня, мне права везде наменяла. А я еще потом сверху их восстанавливать пытался, и тоже, видимо, там что-то напорол. И тоже что-то там зачистилось все, наверное. Trusted Installer послетал везде, и это самое. И высвободилось у меня место. 2,5 теперь свободно. Я, кстати, могу еще очистить. А вообще же пофигу. Там не больше восстанавливать. Да нечего там в этой корзине, ничего нету толком. Так, билибердень всякая. Там можно все удалить. Там какие-то скрипты, но они это... Я их уже как бы удалил, как бы и не надо их. Где тут очистка-то? Что-то я не туда зашел, вот она, очистка. Очистка диска, сейчас посмотрю, сколько еще высвободит. Офигеть. То есть вы прикиньте, если просто взять Trust, это каски заладно оставим. Если взять Trust, вон, 600 мегабайт там что-то. Системные очереди, отчеты, отчеты об ошибках. То есть 450 мегабайт, это что такое вообще? Это ж сколько Explorer ошибок-то наплодило. Это же вообще... Я аж слюной подавился. Окей, удалить это все, да, безвозвратно. Оно все не надо. Сейчас вычистится еще по не целый гигабайт, там он уже чистится. Все готово. 2,6. 2,9 он свободно стал. 2,79. Ну-ка обновим. 2,79. О, сколько свободного места. Не видали, все везде забито нафиг. Вот. Что я еще хотел? Я искал что-то в Trusted Installer, это параметры задания, это его справку нашел, ее специально сюда вытащил. А вот что я хотел. Я хотел настройку учетной записи службы АТ сделать. Да, но что-то не понял я, что-то такое вообще, что за АТ. Это вот прямо здесь, короче, есть вот она. Посмотрите, у вас тоже работает, нет? Вот настройка учетной записи службы АТ. На нее если жмешь, то вот такая фигня. Служба планировщика не запущена. Я думаю, что такое? Давай рыскать, а у меня она запущена. А он говорит, не запущена. И не знаю, что за АТ. Вообще непонятная какая-то штука. Вот, на засыпку вам, короче, вопрос. Знаете вы, нет, что-то такое? Служба АТ. Хе. Я думаю, может, это ауто какое-нибудь там это... Ауторити или что оно, как оно там называется-то? Где оно это? Windows Help. NT Ауторити. То есть AT, может быть, это оно. Ауторити. Вот непонятно, да? Неясно. Вот, если хотите, можете поизучать всякую справку, да. Этой справки вообще здесь навалом в этом Windows. Просто F1 жмешь, да и все. И изучай сколько хочешь, просто F1. И она не вылазит почему-то у меня. Хотя должна вылезти, может так. Во, вылезла.
Сначала работа с компьютером и начинай читать. Защита компьютера. Что такое центр поддержки? Читай, сколько тебе твоей души угодно. Здесь на все вопросы, все ответы. И что хочешь, щелкай. Куда хочешь, нажимай. Да, вот так вот. Изучай. Вот. Есть, кстати, хелпер один. Help файл от NVIDIA вообще 60 мегабайт весит. То есть не один файл, а там их целая толпа на разных языках. Блин, я забыл, где оно лежит. Это же ссылка, да? Да, вот где лежит. Windows Help MUI. Вот сейчас расположение файла. И здесь посмотрю. Вот они все. И можете любой тут открывать и читать, короче. Тоже важная информация. Тут это много про реестр можете узнать. Здесь вот она, вся справка, здесь их целая куча этих справок в натуре. Целая толпа. И здесь же, короче, был, где-то тут была NVIDIA, да, где-то в хелпе. Где-то тут была NVIDIA, и я ее то ли удалил, то ли я ее в архив засунул, я уже не помню, если честно. Наверное, я ее удалил нафиг. Да блин, 60 мегабайт, просто какая-то справочная информация, нафига она мне. Здесь вот такие еще есть файлики. Ну, короче, вот. А где те-то? А, в хелпе, да. Нет, не в хелпе. Муй, а, точно, муй же. Здесь есть такой муй, здесь пусто почему-то, а здесь вот файлы. И весят они всего-навсего 6 мегабайт, и представляете? Всего-навсего, ну, 7, можно сказать. А у NVIDIA аж 60 с чем-то. 10 раз больше. Я вообще офигел. Я такой смотрю, думаю, чё, сколько весит. Сразу удалил ее нафиг. Посмотрел, что там написано. Да там просто ерунда какая-то написана. Аж на 60 мегабайт. Оно, блин, нафиг никому не надо. Просто место занимает. 60 мегабайт, 67 вроде, я не помню. Да это вообще дурдом какой-то. Вот там находится где-то Windows Help. Где-то тут, короче. Вот зайдите, посмотрите, сколько она у вас весит. Да тоже так же, наверное, 60 с лишним мегабайт. Нафиг оно надо. Ну хотя у вас там у всех, наверное, целый терабайт свободного места. Так вы думаете, да, пофигу на эти 60 мегабайт. А мне вот не пофигу. Вот вообще не пофигу. Ну все, меня понесло уже куда-то, да. Отдалился я от главной темы. Где мой победный танец? Я как бы заикнулся, да, надо станцевать. Ща я вам спляшу, наверное, все-таки. Где тут у меня что? Где тут свет хотя бы? Да давайте я фирменный свет включу. У меня же есть еще фирменный свет. Если он включится, конечно. Если я его не выключил из удлинителя. О, он есть! Вот, давайте я с фирменным светом сейчас сделаю. Посмотрим, что получится. Вот так вот еще отдалить надо. Сейчас я вам сбацаю еще. Победный танец мой! Ю-ю-ю-ю! Очки-то, где мои очки? Надо же еще очки надеть. Все темно, но я все равно надену очки. Йоу! Победный мой танец. Ой, танец победный, как бы выступ-то не сбить. Время ночь, а я тут танцую. 2:31. Йоу, я победил. Какой я классный победитель. Программист суперский вообще. Я столько всего сделал, столько показал вам всего. И вы теперь тоже все знаете. Я победитель. Я вам показал все, что там смог найти. Все ответы показал. Как что программируется. Блин, тяжело так. Петь, говорить, думать и двигаться, пытаться в такт. Супер-супер. Я все равно попытаюсь. А вдруг что-нибудь получится у меня. Ух ты! Йоу, 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 йоу.
Ух ты, как я умею, как я классно умею. Ох, я победитель. Запыхался, правда, чуть-чуть. Ну, я победитель. Да. Это ж сколько дней-то? Это ж сколько дней-то? Так. Это раз, два, три, четыре, пять, шесть. Семь, восемь, девять, десять, одиннадцать, пятнадцать. Не, девять плюс шесть, 15 дней. 15 дней, это 2 недели я потратил. 2 недели я потратил, чтобы все вам рассказать и показать. Все эти, как там у меня все дела делались. Что я нашел, что я сделал. Как я это все сделал. Как у меня получилось. Что у меня получилось. Как получилось и зачем получилось. Какие там были штуки-дуки всякие. Какие MSI там это все как. Болтели там что-то как-то. Не туда что-то делали. Какие-то краши были. Ух ты, какие-то краши. Краши не кураши. Но они нам, они не наши. Нам это не надо. И мы их победили. Я победил. Я победитель. А вы зритель. Зрители мои. И вы смогли все это дотерпеть до конца. Все эти мои выкрутасы, все эти мои словасы, все эти мои штуки-дрюки. И вы все победили тоже. Получается, да. Потому что вы тоже все это теперь знаете. Тоже, что знаю я. Вот. Победный танец. Он должен быть долгим, потому что он супер победный танец. Суперский танец победный мой. Да, 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 да. Я победил. Да. Чё без бацов-то? Чуть не разболился. Вы тоже деретесь с подушками? Я тоже дерусь. Я победитель. Ну-ка, смотри. Я победитель. А ну-ка, с головы. Надо уметь разминаться и танцевать уметь тоже. Смог. Потому что я победитель. Да. Я такой. Я суперский. Я суперский. Победитель. Всех вирусов раскидал. Всех их разбомбил. И всех их победил.
хватит, наверное, да? Или не смешно было? Как там смешно показать? Смешно. Чтобы было смешно. Чтобы прям хохотали все. А фиг знает. Вот я попытался сделать так, чтобы было смешно. А вам не смешно. Наверное. Я пытался. Изо всех сил пытался. Даже голос всяко каявил. Эх. Я надеюсь, все-таки у меня хоть немножко получилось вас развеселить. Ну, хоть немножко. Ну, чуть-чуть, ну. Ну, самую малость. Ну. Вы, значит, слишком мудры для того, чтобы выкупать это все. Понимаете? Вы слишком мудры. Вам не понять этот юмор. Он же такой вот. Вот такой вот. Типа юмор. Но в то же время это не юмор. Это как бы вот так вот. Все. Такая жизнь, понимаете, это очень печально. Да, вот такая. Не смешная даже вообще. Эх. Ну да. Как бы вас развеселить-то? Ути-пути-ути-пути. Ути-пути-пути. Эй, не так, да. Надо просто так вот. Ути-пути-ути-ути-ути-ути. Я знаю, что-то там где-то есть у вас смешинка. Ути-ути-ути. Ути-пути-ути. Ути-ути-пути. Да, вот здесь вот смешно где-то. Вот тут вот ути-пути-ути. Да, где-то там есть юморок. Видите, я знаю. Где-то там есть смешинка. Ну так что, все, поди. Пора прощаться с вами. Да, все я записал. И победный танец записал. Я все записал. Все, что хотел, записал. Да, вот так вот. Надо попить, наверное, водички. Я много записал всего. Чего, вам не понравилось, что ли? Да ну нафиг. Все еще супер. Супер-пупер. Прям еще обалдеть. Сколько там заняло времени-то? Часа 4, наверное. За столько дней я наснимал. Ууу, офигеть вообще, да. Ууу, чума. Суперская. Никто так не сможет. Это только я умею. Ты-то что там? Тут ты вообще, разве ты сможешь? Это только я могу. Да, вот, только я могу. Изобразить такое чудо. А ты там что можешь? Что ты можешь вообще? Ну-ка покажи, ну-ка, что ты можешь, ну-ка. Ну-ка, ну-ка, ну-ка. Ну-ка разверни-ка, что там у тебя есть. Фигня какая-то у тебя там. Да я шучу, конечно. Если тоже могете, я видел, что умеете. Это вообще обалдеть. Это прям так задавать жару. Ну я вот уже попытался что-то сделать. Что-то задал. Что-то не задал. Ну как бы. Что-то как-то где-то получилось же. Ну вот. Выкупай, что.